Добрый день. Прежде чем работать с кистью, нам надо руку разогреть, пустить, так сказать, кровоток полностью ко всей конечности. Начиная с плеча. Поехали. Сразу оба плеча вверх, вниз. 10 разочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И плечи вперед. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И проворачиваем плечи вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И назад. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если тяжело, можно руку придерживать и работать только одним плечом. Назад, вперед, вверх. И все вот это наше движение. Придерживая руки. Поехали. В стороны руки поднимаем. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Очень часто, когда человек падает на руку, удар уходит в плечо по инерции. И поэтому плечо очень часто тоже страдает. Поэтому внимательно к нему относимся. И тоже делаем целые комплексы большие для плечевого сустава. Поехали. Одну. Немножко. Другую поподнимаем. По 5 раз. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и 10. Переходим уже ближе, дальше, так сказать, к нашей кисти. Сгибаем, разгибаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Помним, все до боли. Ни в коем случае через боль не делаем. Проворачиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, что может, плечико сделали, все, что может, локоть сделали. И будем потихоньку переходить уже к лучезапястному суставу и к пальчикам. Потихонечку. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Можно ручкой дальше помогать, но не через боль. Раз, два, три. Если плохо получается, ну хотя бы с чуть-чуть начинайте. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Немножко пальчики выпрямили, постарались. И подальше уже поработаем конкретно на руку. Занятие понадобится. Это вот скалка. Назовем ее так. Это будет скалка. И шипастый мячик. Первое, что мы сделаем, мы небольшой массаж сделаем. Поглаживающими движениями кровь угоняем. Угоняем, угоняем. Как из тюбика выдавливаем. От каждого пальчика выдавливаем.
выдавливаем поглаживающими движениями, выдавливаем. Так, гладим руку. Не надо никаких кремов, только поглаживающие движения. Сухая рука, чистая, никаких кремов. Перевернули маленько. Вот это все погладили. От каждого пальчика. Поглаживаем. Вот так. Гладим прямо. Так. Ну никак, уж прям слабенько, хорошенечко вот так. Но не помним, не через боль, отечность не усиливая, выгоняем вот так вот. Лимфоток улучшает, лимфу гонит. Вот так вот. Хорошо. И теперь растираем. С одной стороны, с другой. Помним, все движения плавно и ни в коем случае не через боль. Вот. Потерли. И теперь каждый пальчик по отдельности растираем. Примерно по 10 раз. И даже мы сделаем так вот. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. И раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. И раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Немножко погладили, успокоили. И помнем. Хорошенько проминаем. Прямо так вот. Вот это все. Здесь хорошенько проминаем. Каждый пальчик. Мышцы все проминаем. Если не получается, не поворачивается, то бочком руку. Все. И дальше, вот здесь вот мышцы. Вот это все проминаем. Хорошо. И маленько вот. Разогнали. Хорошо. Поехали дальше. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И проворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Вниз. Маленько рукой помогаем. Раз. Вверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И проворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко встряхиваем. Даем руке передышку. Поехали. Каждый пальчик. Мы вот размяли лучезапястный сустав. Теперь нам надо размять каждый пальчик по отдельности. Вот эти суставчики у нас пошли. Раз, два,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И можно все прям. Раз, два, три, четыре. Не через боль потихоньку. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь дальше фаланга следующая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы можете помедленнее, потихоньку делать, если проблемный пальчик. Делайте потихоньку. И дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Осталось вот только здесь. На большом у нас нету. Прям берем и потихонечку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ничего страшного, если не получается, делайте потихонечку вот так, как можете. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Встряхиваем немножко. Чуть-чуть. Все сразу вот эти. Раз, два, три, четыре, пять. И в кулачок. Сжимаем пальчики. Раз, два, три, четыре, пять. Дожимаем. Раз, выпрямляем. Два, три, четыре, пять. Если не получается, то бочком делайте, если рука не поворачивается. Пальчик к пальчику постарались. Раз, два, три, четыре, пять. И каждый пальчик друг от друга растягиваем. Каждый пальчик. Вот прям палец от пальца. Не один какой-то двигаем, это не то. Друг от друга. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре у нас получается. Раз, два, три, четыре. И снова раз, два, три, четыре. Мы позгибали пальчики, теперь их покрутим. Каждый покрутим. Раз, два, три, четыре, пять. И снова раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Не сильно, не через боль. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Снова раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Если эти пальчики у нас каждый сгибается, просто мы их позгибаем маленько, по пару разочков. Хорошенько стараемся каждый проработать. Вот так вот. По 2-3 раза. Вот. То большой пальчик у нас еще, помимо того, что он сгибается, он делает еще противопоставление.
Вот это он делает. И вот так. И вот так. И вот так. Хорошо. Встряхнули. Немножко передохнули. Продолжаем. Поползли вперед, назад, вперед и назад. И пальчиками походили, постарались походить. И прям так вот помяли. Сводим, разводим. Сводим, разводим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Каждый пальчик. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Немножко встряхнули. Если плохо поднимается, хотя бы вот по чуть-чуть пытаемся работать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, и раз, два, три. Передохнули, перевернули. И щепоточку раз. И выпрямили. Стараемся выпрямлять. Они плохо будут это делать, но мы стараемся выпрямить пальчики. И по щепоточке посыпали, посыпали, посыпали. И встряхнули. Погладили ручку, успокоили ее. Немножко пусть она расслабится. Можно сделать перерыв, если есть силы, можно продолжить. Берем палочку, покатаем. Покатаем руку по палочке тихонько. Без сильного давления, просто покатываем. Вот это все подальше, все стараемся покатать. Мышцы вот здесь, все покатываем. Каждый пальчик по отдельности покатаем. Вот так хорошенечко берем. Поворачиваем. Немножко встряхнули. И так, и туда. Вот так вот наклоню, чтобы было видно. То есть вот тут между пальчики разводим. Разводим друг от друга. И взяли палочку, стараемся перебирать. Можно использовать даже не такую скалку, можно использовать обычную палочку. И эту палочку будет даже удобнее, наверное, перебирать. Можно использовать швабру, она пластиковая, легкая. И пальчики восстанавливаем, перебираем, перебираем в одну и в другую сторону. Помним, сильно не устаем. Даем руке передышку. И прокручивать. Покрутим маленько. Покрутим в одну и в другую сторону. Хорошо. Еще можно тоже так же палочку эту прокатывать, как скалку. Скалка может быть тяжело перебираться будет пальчиком. Палочка даже получше. И возьмем мячик колючий. Покатаем. И всю руку прокатываем. Каждый палец, каждый сантиметрик. Все-все-все катаем. Все-все-все прокатываем. Если где-то напряжение, чувствуете скованность, так называемый спазм, спастика, то катайте медленно. Если где-то плохо работает, если это паралич, парез, то катаем в этом месте быстро.
На неработающие мышцы мы постараемся катать быстро. На работающие, но напряженные очень сильно, медленно. Бить не надо, давить не надо, ни в коем случае, не через боль. Но вот видите, покатал, уже сразу стало красное, сразу улучшился кровоток. Мышцы вот здесь, здесь уже мышц нету, только вот здесь, на ладони. Но ладонью мы покатали вот тут хорошо. Поэтому сделаем ладонь по-хорошему побольше. Здесь сильно не надо, просто маленько формально покатали. А вот здесь вот мышцы прям хорошенько прокатываем. Маленько пальчиками поперебирать можно мячик. В одну, в другую сторону. Пожать. Пожать. Нервное окончание. Прям задействуем. Колючки. Пожмем. Пожмем. И положили. И растерли маленько. Взяли. И вот так все. Погладили. Успокоили руку. От каждого пальчика поглаживающим движением. Как-то так. Ну давайте еще одно упражнение я покажу, сидя, которое нужно делать каждый день. Отек у руки сохраняется очень долго. И поэтому нам нужно будет помогать в своей руке избавляться, так сказать, от него. Отек – это вода, лимфа. И поэтому нам надо ежедневно брать ручку, ставим и хорошенько выдавливаем эту воду. Хорошенько, хорошенько. Прям поглаживающими движениями, как из тюбика выдавливаем зубную пасту. Так, из ручки выдавливаем воду. Хорошенько, хорошенько туда ее угоняем. Прям вот так. Старайтесь долго руку внизу не держать, чтобы она у вас не висела постоянно. Если лежим, она немножечко на подушке, на возвышенности, чтобы отечности не возвращались. Ну, отек не возвращался вообще. Вот это все. Угнать. И прям повыше, и вот это, и немножечко вот так. Вот это все. И аккуратненько руку раз, и себе похлопать. Всем большое спасибо. Помните, ни в коем случае не делаем через боль, не усугубляем процесс, только, так сказать, идем на выздоровление. Стараемся делать все потихоньку, не полной амплитудой, не через боль. Максимально, конечно, стараемся амплитуду делать, но не форсируем, то есть не ускоряем процесс, не делаем быстро. Всем большое спасибо. Обязательно оставляйте комментарии, что-то, если вдруг вам понравилось, что не понравилось, что хотите поменять, что хотите добавить. Ваше мнение все учитывается, я стараюсь делать все лучше и лучше эти ролики. Обязательно подписывайтесь. Хорошего дня!